Он как бы найти вообще больше места. Я видела Черепа с 3-4 лайва. Хотя на форуме в Прайме писали, типа, а что делать тем, у кого 35-е, что мы просто так донатим, нет, 36-й лоялки. Я в шоке, да? Не знаю, сейчас я... Шмотки у меня с собой. Рыбы у меня нет, правда. И ставить я не могу ее. А, вот уже побежал краш чистить. А что ты не сказал? Мы стоим напротив другого. Не знаю, что вы стоите. А что ты не сказал? Потому что я выключил пас, уже не... у меня второй час. Все, молчим. Типа, только активно все делаем, то упор на то, что надо быстро. Сейчас тотем. Сейчас. Блин. А что делать? Хова. Блин. И тут кто по ДПС уберем. Аниматрончик сел. А это чей-то твинк, да? Гнидыча? Блин, гнидочка, да, успевает их шкдопает прям. Каждый день. Поставьте рыбу, чтобы один раз поставить и дальше бежать. Кто может? Турбоёжик. Я с первой ячейки тогда хавчик на хосту сворую. А вот рыбу. Я сейчас буду замажить. Становимся полукругом, вы же знаете, что такое полукруг. Да? Посерединке место хила наставляем. Все дела. Вот, все. Бежим. Напуливаем. Сейчас тут темп поставим. А где ручья сдавать? Обойдет. Сама решай. На миг снял, что дам. Да миг снял, Катя, сейчас давай. Окей. Жука убейте. А мы обычно не бьем живу. Не знаю, я уже убил. Че, два хила. Не ной. Давайте, может стены. Он умер все? Пойдем на ним раз. Я плохо тебя слышал, знаю. Что-то я забыл, когда может. Так, он Ройса раньше еще не поставал, так что мы с тобой вместе добиваем. Да? А может поломаю что-то? А, нет, что у нас? Слишком.
дряблые жизни. Ваши бренные желания ничего не значат. Теперь вы адепты господина. Вы будете служить нашим делом, не спрашивая ни о чем. Умереть за господина. Да, слышите, да, на фоне, что происходит у меня. Чё, арчей и поехали. Сколько у всех маны есть? Да, естественно, вот. СС-скин назовут. Всё, я ставлю тотема. Ой. Так, бешенство на долгу, да? Аккуратно не загрызет Сэс. Особенно Хантак Сэс. О, нормально. Thank you.
А так. Промахнул. Так. Чё, спрашивали насчет не умирающего? В принципе, можно. Чё бы нет, главное не тупить. Если вы хотите дамажить на трэше, то подождите несколько секунд, кого это там музыки. Это обычно не трэш умирает. Ну тут ничего сложного. Говорит, трэш не считается. Не знаю, не знаю. Давайте. Тотем ставим. Я распыла? На 30%. Ну ты скажешь, да? А тут не показывает сколько процентов. Лям 200, я поняла. Я не с тобой в платье. Аниматрончик просто на тебя повесит. Ой, я в кофе. Этих сам пьют. Я свою. Можешь убить вас. Боже, хоть кинь, бывает. Там мне КД нужен. Сам спокойно забивает. Не промыться. Понятно. Ты, ну, мне трафик. Так, в смысле. Чё, Гера буду давать на него? Ну, ещё немножечко. Я в коконе. Если коконе, да. Что, убейте босса? Пустой. Так, для меня что-то упадет? Ничего не упадет, я остановлюсь. Раз, мерзость. Окей. Сагрил прист. Аккуратнее.
подойти поближе. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Хавайте быстрее. В принципе, пока мы хаваем, ты можешь привести аунту рядом. Да. Ярко, да? Так что... Блин, не напишите вообще ноут. Ебать. Да, что-то хуёво бежит. Ну так у меня ж меткости там процентов есть, да. Ну и от талантов, может. В общем, нет капа. Я посмотрел, но там каждый 12-й удар это промах. Ну плюс иногда забываю его поставить. Знаете, что поубирал? Есть. Да. Короче, смотрел в стрим вот этого петуха, который там школьник какой-то 14-летний. В ульге. Знаешь, с какой печатью он танчит протопалом? На МП? Мудрости. Повиновение, блядь. Повиновение. Босса, блядь, повиновение. Пиздец. Раньше прям мейнстрим какой-то был. Любили. Прям не менять печать на всех боссах повиновения, на всех, на всем трэш повиновения. Это же бред. Согласен, что-то никогда не понимал. Мы по ходу гайдов не читали, блин. Я лично в танке вообще не вкачано никогда. Ну повиновение я это трэш. Я из порчи и трэш спокойно танчил. Ну, в принципе, да, если ты свичишься, цель меняешь, ручка. Ёжик, ты помнишь? Что-то унтить надо будет с меня. На глуть. Ты ему говори. Он не знает, когда и... Вот это хуёво. Человек должен сам разбираться. А чё, кто будет катить? Хуй знает. А. Я такого не хочу вспомнить. Так, распылить. А хотя это... нормально. Распылить. Ну а кто? Какие предложения? Алле? Я буду ставить этот тему козырный, но... как бы... особо не надеюсь.
надо начинать учиться так, чтобы не умер, чтобы боль не приносить. А то так всю жизнь можно проходить и никуда не знать. Надо учиться. У нас что, маг в время? Маг, ханс, насколько я помню. Я просто себе все это им было. Центральные решетки. А, сейчас будет отрабатывать. Надо же как-то отыгрывать класс. Ловушечка. По ловушечке бегаешь. Изи. Хант, ты вниз? Смотри, там мобы стакают, стаки до 99, по-моему, увеличивается урон входящий физически. Они сами физическим уроном бьют. Вот. Если стаков, стаки они бьют в миллизоне. Если ты типа подставляешь, вот ты кайтишь, они за тобой бегут по ловушке. Если ты хуёво траекторию избираешь, и они до тебя достают, ударяют тебя, то они на тебе стаки копят. Вот. Если ты... Они тебя не бьют, то значит ты заебись кайтишь. Ловушечку обновляешь, по ней их проводишь и кайтишь, кайтишь. Вот. Кто может помочь? Кто вообще тут может кайтить, блядь? Ну, я даже не знаю. Лем, Хант, больше никого здесь, ну, никто не может кайтить. Фурик только может еще криком, блядь, кайтить. Вот вас двое. Походу вы туда вдвоем и пойдете, блядь. И будете, блядь, там веселиться. Больше вам никто не поможет. Все, босс идет сейчас. Денис, у тебя щит есть и макрос на смену? Конечно. Ну, значит, ты, наверное, поделаешь эту хуйню, что там с глутом притамочишь. Окей. Я без волоса говорила. Вот в следующий раз не носи кошка-мурка. Потому что там уже лайк. Там портал, я успел бы, все окей было бы. Не-не-не, я в плане того, что куда наоборот боссы ведут. Вот смотрите, обратите внимание, на мне копится трэш, свечнитесь и ебаните его. У них какой-то дебаф стакает или что? Нет, просто... Предиспельте меня кто-нибудь, если можно. А что, он не слетает? Не, просто долго стоять. Ну, он рано отбежал. Я не рано отбежал, я отбежал два раза. Ну ладно.
А, город. Ой, это черкова была. Танишки, расповедь. А, пуха, мне это нужно. С этой пухой долго гонял. У меня просто посох какой-то там. Давайте сюда. Депонатор, какой черт-то? Посмотри. Короче, Настя. Тотем, перемешку с ловушкой. Вот и все. Ну, типа, как хотите. Ну да-да-да, я сейчас еще шок вытащу. Смотри, только спину лобам не подставляй, то есть они захуярят кого-то с вас, будут хуёво. Ладно, депонат на мейн. СС на Яхантера дашь? Тоже хочу пуху. Ну, я надеюсь, он не сдохнет. А я могу еще какой-то тотем, типа, который агрит, заряжать? Не надо. Обычное замедление и все. Окей. Там надо будет еще те тотемы возле рейда, а этот один тотем вот тут возле решетки. Ну, спасибо большое, Дюк. С крестиком обы выходят. Хант и Элим, ваша позиция у крестика. Кто их хилить будет? Да что-то хуй знает. Кто будет хилить? Я вообще не знаю. Ну да, хипал, наверное, на танках. А, редру возле этих стой. Увидишь, хуёво что-то там, моб какой-то побежал, там или корника станешь, или что. Ну и БР будет, соответственно, у тебя ближе. Чё, в крестике ставить тотемчик? Ага. Окей. Ну типа, как хотите, ваша задача мобов не пустить. Ты уже ну постараюсь, постараюсь. Хантер будет. Сейчас, молнию первого уровня найду. Хант умеет это делать или он не, да, по приколу спросил? Не надо никакой ступени. Стой с мобами, бегай с мобами и ловушку ставь. Не убьет меня. Есть ступени, как не. Я не хочу маяться. Вот он. Так, ты там поставил, да? Да. Минус Настя, да? Крит. Вот типа как исступление пошло, там видишь секунды на мне, на седьмой, на следующем стане, седьмая будет, ну чисто просто исступление должно, сейчас 9. Ой. Показываю, на седьмой, когда на мне седьмая секунда будет оставить. Да-да-да, сейчас. Ё-моё, что-то я сегодня фукую. За хуйней занимаемся, блядь. Так, а вроде это... На вышку, на вышку. Это всё пим. Отвечаю. Пока нормально. Походу,
это бери. Ты чё, мертвым притворился? Сейчас не могу загреть. Чё за залу, пойдите могу убить. Чё, пиздец, вы ебанулись, блядь? Чё там мобы делают? А, я бегала со своими. Есть сейчас общие, нету там моих, не моих, общие. Вы проебали, ребята. Не знаю, не знаю. Пусть отвечает. Я не могла, я ударила, как бы он на пане сидит. Наверное, мне нет на вилке. Если бы я была в колонии. Учитесь, учитесь, что-нибудь изобретать, я вкусно. Какие корни, алло! Это не мои. Так, с меня надо как-то снять эту херню. Сальва есть кого-нибудь? На пана? Или корот? А мне мобы. Ты их загрел, да? А как иначе? Ну тебе бы здесь. Надо, чтобы ты таунт какой-то дал, потому что 7 стаков. Давайте. Док побегал, наверное. Бегу. Нет, нет, за тобой бегут. Танка залезь, этот самый, друид. Прожался? Нормально все. Живу. Так, есть, забирай. Я в ахуе, вы что, блядь, моба сагрить не можете? Ну ебануться, блядь, ну как он мимо-то вас идет, вас там трое, блядь. Пиздец, ребята, это, ну, ебаный в рот. Вас трое там, ну что? Там дюпанат рагрит, я не знаю. Ну так они мимо-то не могут, вы что, дуршлаг что ли, или что, блядь, сквозь засадки? Я топаю, они им похуй, у дюпанатора большой агро. Встань, дюпанатор, подальше от босса. 10 раз, блядь, сейчас будут вызывать. Ну, моба, блядь. Вон, они там далеко их так держат. Как они, блядь, просачиваются? Давай, ну, что-то таунт надо. Давай, сейчас. Секунду, таунти. Так, есть. Дюпанатор, встань, пожалуйста. Ну, максимально на рейнджи от босса. А ты на приколе? Ты же стоял у босса, зачем ты в центр встал? Чтобы ты кому? К боссу они не шли. Кто к боссу встал? Дюб стоял у босса. Вот, вот он отошел. Так правильно. Мобы на него хуярят, а мобы, босс их ездит в 20 метрах. Он же резает хп, блядь. Мы его 10 раз уже могли убить. Ничего страшного, отдался. Вот, ну, я не могу агрить, у меня... Я бью, ничего не я знаю. Бью. Агрить из последних сил, 300 тысяч добьем. Мне приходится остановить, не на мне стаки копится, как бы меня бьют. В ответ. Чё поделать, такова твоя доля. Я хилом шла, кажется. Я люблю, чтобы бить. Так, придётся всем учиться. Опа, есть. Это мне реально. Разве что на третий. Ну хоть ловушку я видел, нормальная ловушка. Так, палец, распалит. Ну тут нужен танк на моба, на Таниусе, так что имейте в виду. Кладр, там ебани себе клятву, и сейчас мобы вот эти высокие покидаешь на знания, как на горгулю, чтобы они не топали. Топот не дали, быстрее бежи, пока мобов нету. Они пока не дойдут до сюда, быстрее сюда. И вот добегай и сразу по нему изгнание кидай, кто там, турбо кидай изгнание. А то он топнет, да. И будет в стане. Изгнание зла кидать. Как заведет идея? Вот, вот. Вот все, изгнание. Будет топать, блядь.
Что-то я распизделся, да? Все нормально.